Bandierosa la triomferà, Bandierosa la triomferà, Bandierosa la triomferà, è il mio comunismo e la libertà, è il mio comunismo. Что? Да. А что это у нас делать? Мы его согласовывали? Нет. Товарищи, я согласовываю очень небольшое количество баннеров. Этого у нас согласовывать не было. Не знаю. Надо. Так, Миша Лесингина. Миш, разбирайся, ребята. Окей. Потому что, в общем, это так какая-то провокация. Но я не хотел бы тут ничего плохого устраивать. Это против вообще выборов, а не за против буржуазной демократии. Так что, я думаю, что нас против свернуть данные. Рабаша, можно? Кирилл, подойди сюда. Кирилл. Но мы же отписывали, что мы же не приглашали вас, товарищ. Вы сами напросили, убиваетесь на гости. Да, что ты хочешь сказать? Ну как вы хотели свернуться? Не проблем, без символики. Почему? Я же на этом. В ВКонтакте было написано по флагу. По флагу? На вашу флагу, там не было. Там вроде ограничений никаких не было, что ЕГБ Розовку не пускает. А дело в чем причина? Символика только организации членов комитета и социалки сугубо. Правильно? Ну, так что оставаться здесь, выступать в порядке свободного микрофона, может быть, даже да. Если мы вас неправильно поняли, не вопрос, хорошо. Ром, давай тогда свернем, чтобы ребят не раздражать. Да, просто у нас как, это повелось. То есть флаги здесь только организаторов? Да, флаги только организаторов и профсоюзов, там месяки будут и все, по-моему, и рабочие. Давай.